Здравствуйте, друзья! Для вас первое видео проекта «Осознание». «Осознание» — это проект, в котором мы ставим своей целью создание материалов, способствующих повышению осознанности человека. Планируя проект, мы в первую очередь хотели сделать видеоматериалы, раскрывающие понятие «осознанность», «осознание». Начавши готовить их, обнаружили, что до нас эту работу уже давным-давно сделал граф Алексей Николаевич Толстой своей сказкой «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Эта сказка увиделась нам немного иначе, чем ранее. Сразу хочу сказать, что все, что вы услышите далее, есть наше видение сейчас. Мы ничего не утверждаем. Мы только хотим, чтобы мы вместе посмотрели на объект немного иначе. Намеренно мы не стали искать в сети другие варианты расшифровки сказки. Пиноккио и Буратино сильно отличаются. И мы сегодня будем говорить только о Буратино. Алексей Толстой является русским отцом Буратино, прототип которого – деревянная кукла Пиноккио, пера итальянца Карло Коллоди. Сказка о Буратино Алексея Толстого является некой матрицей, неким отображением нашей цивилизации. Все его персонажи не случайны. Мы расскажем сегодня о некоторых из них. Все произведения Алексея Толстого имели глубочайший философский, политический и даже религиозный подтекст. Достаточно вспомнить «Хождение по мукам», «Граф Калиостро», «Петр I». Фантастический роман «Аэлита» был написан Алексеем Толстым в 1921 году. Это фантастический роман о том, как земляне, экспедиция землян, устроила революцию гуманоидам на Марсе. Нам также кажется очень важным, что Алексей Толстой начал работу над переводом Пиноккио на русский язык, то есть над созданием Буратино, в 1921 году, а закончил только в 1936. То есть 15 лет ему понадобилось для того, чтобы от перевода сказки прийти к полному формированию образа Буратино. Сказка «Золотой ключик» или «Приключения Буратино» на первый взгляд для детей, но это не так. Что же хотел сказать нам лауреат 3 сталинских премий, граф Алексей Николаевич Толстой? Итак, основным персонажем сказки является Буратино. Буратино – это образ человека, имеющего в потенциале все необходимые качества для того, чтобы стать человеком осознанным. Человеком с большой буквы. Буратино! Буратино! Буратино, ты умница! Буратино, ты человек! Иди ко мне. Это доброта, отзывчивость, честность. Здравствуйте, почтеннейшая публика! Здравствуйте! Здрасте, я Орликин! Привет! Какой смелый! Эти качества от рождения есть в каждом из нас. Но система... Система сдвигает их и часто меняет на противоположность. Буратино был создан папой Карло. Папа Карло – это персонаж, олицетворяющий людей думающих, порядочных, интеллигентных, интеллектуальных. Он беден и одинок. В его каморке нет ничего, кроме старого холста, за которым, как мы знаем, скрывается заветная дверь. Папа Карло играет на шарманке. Его нудноватая, вечная мелодия разумности сегодня не слышна. Все увлечены погоней за развлечениями, за деньгами, за властью. Вторую, большую часть населения Земли олицетворяет Джузеппе. Старый столяр Джузеппе по прозванию «Сизый нос». Так охарактеризовал его Алексей Толстой. Джузеппе, в общем-то, с руками и вроде как даже с головой. Но, как и у нашего простого народа, все вроде есть, да все как-то не устроено. Джузеппе и папа Карло дружат друг с другом и даже любят друг друга, но иногда ссорятся и даже дерутся. Так и в нашей жизни разные слои общества удается столкнуть, порой очень по мелочам.
В экранизации сказки в мастерскую Джузеппе есть табурет. Он, бывший когда-то на четырех ножках, теперь на трех. Так и в современном представлении людей происходит перемена от четырех единства к три единства. Материя, информация, мера. Более подробно об этом переходе вы можете узнать из книги ВПССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». Однако, табурет этот у Джузеппе не используется, и в фильмах он показан перевернутым, тогда как папа Карло, люди думающие и интеллектуальные, уже используют табурет на трех ножках. Карабас-Барабас. Даже в имени его слышен негатив. Это мировые элиты. Это то, что по терминологии концепции общественной безопасности ГП – глобальный предиктор. Его длинная борода символизирует ростовщическую банковскую систему. Осторожно, сидят, борода! Пускай! В его руках плетка из семи хвостов. Так там больно! Четыре раза Алексей Толстой в маленькой сказке пишет о плетке в семь хвостов в руках Карабаса-Барабаса. Это иудейская система управления, воинственный иудаизм, масонство. Карабас-Барабас – доктор наук, владелец и режиссер театра, в котором марионетки играют драмы, которые он называет комедиями. Это люди одержимые. Да, я готов на гад. И я, сеньор. Истребившие в себе всякую жалость и доброту. Ух, и я готов на подлости. Да, я готов унизиться. Их жизнь – бесконечные маски ради достижения своих корыстных целей. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Поставь Карабаса в фильме «Дуримар». Это образ, олицетворяющий бизнес. Более всего, бизнес фармацевтический. Это люди, имеющие навязчивую идею, установку на получение денег любой ценой. Черепаха Тортилла предложила ему золотой ключик за то, чтобы он оставил в покое ее пруд. И он ответил. Это же вещь приносит счастье. Ты что, хочешь, чтобы я променял деньги на какое-то счастье? Убирайся. Убирайся, я прошу тебя. Убирайся, дорогая! Дуримар готов служить кому угодно, лишь бы было больше денег, лишь бы быть ближе к кормушке, к власти. Меня, сеньор! И при этом он очень боится ответственности. Вспомните, как отвечают наши бизнесмены на очередное потопление Болгарии, разбившийся самолет или отравление детей продуктами или медикаментами. А я тут ни при чем! А я тут ни при чем! Совсем я ни при чем! А я тут ни при чем! Самое важное, что порождает из обычных порой людей дуримаров, это подмена, которая произошла. Нам заменили дело на бизнес. У бизнеса и у дела совершенно разные приоритеты. Если в бизнесе основным приоритетом является получение прибыли и порой любыми путями, любой ценой, то первым приоритетом дела является высокая цель, обычно поставленная за рамки собственной жизни. Малина или девочка с голубыми волосами? Мальвина. Это ведические идеологи. Она зациклена на правильности, воспитанная, аккуратная. Толстой пишет. Звери, птицы и даже некоторые из насекомых очень полюбили ее. Они снабжали ее всем необходимым. Так и у нас. По образу Мальвины складываются анастасийские движения. Уход от мира, экологичность, зацикленность в своем маленьком раю. При этом нужно отметить, что по Толстому Мальвина была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. То есть была создана им и контролировалась. Пьеро – это образ христианства. Он страдалец, мечтателен, слишком эмоционален. Он ничего не может поделать с ходом происходящих с ним событий. Он подставляет вторую щеку Орликина. Будут колотить палкой, давать пощечины. На нем
белые одежды и длинные рукава, как смирительная рубашка. Белый цвет – это замечательно, это цвет духовности. Но только тогда, когда она выстраивается в правильном порядке. Сначала духовность, потом синий цвет – интеллектуальность, а затем уже красный – материальность. Артамон. По Толстому это образ исламских идеологий. Он благороден, воинственен, но при этом он готов служить более властному и умному за правое дело. Артамон служит Мальвине, и это не случайность. Например, исламское издательство «Деля», которое выпускает и распространяет литературу Александра Мегре о Анастасии в рамках проекта «Звенящие кедры России». Кому-то очень хочется, чтобы русские, коренные народы России ушли из городов. Уход из современного города – это замечательно, это прекрасно. Но главное, чтобы люди, ушедшие в экопоселение, наладившие там хорошую, чистую, экологичную жизнь, экологичную во всех смыслах, устремили свои побуждения, помыслы, действия вовне, на все пространство, не зацикливали в своем маленьком раю. Арлекин. Это персонаж, показанный, пожалуй, выразительнее других. Это иудаизм. Его правое, образное полушарие работает не согласованно с левым, логическим. И это точно показано в фильме его головным убором. Арлекин безжалостен к Пьеро и всячески над ним издевается. Как и иудаизм, не жалеет своих сил в издевательствах над христианством. У Арлекина наклеенные синие румянцы. Очень неудачная попытка показать, что он голубых кровей. Такая же неудачная, как и у иудеев доказать свою богоизбранность. В фильме иудеям Арлекина позволено, хоть и с небольшим опозданием, и после подзатыльника Папы Карла, войти в новую цивилизацию. Ну давай. Однако у Толстого в тексте этого нет. Лиса Алиса и кот Базилио. Это наши СМИ. Учти, Буратино. Учение. Свобода, добра, еда. В сущности, это один и тот же персонаж. И отличаются они только тем, что одни хитрые и коварные. Подтасовывают факты и тем зарабатывают. У нас 5 золотых, так? 5 на 2 не делится. А другие тупые и делают вид, что не замечают происходящего в мире. Получай. И им за это платят. Получай. Лиса Алиса и кот Базилио, как и наши СМИ, готовы загрызть друг друга. За деньги, за место у кормушки, за власть. Очень интересный персонаж сказки «Черепаха Тортилла». Это образ допотопной цивилизации. Это то, что Георгий Сидоров называет «золотым веком». Толстой описывает ее так. Никому не страшная черепаха Тортилла с подслеповатыми глазами. Далее сверчок, живущий в каморке Папы Карла. Это совесть человеческая. Это то, что мы слышим и очень хорошо слышим чаще ночами. Им изрекаемые банальности нужны человеку, но реально человек начинает прислушиваться к нему только на определенном уровне осознанности. И напоследок перейдем к персонажам неодушевленным. В первую очередь это Холст. Старый Холст с нарисованным очагом в каморке Папы Карла. Это мир, который мы нарисовали себе, который нам нарисовали. По тексту Толстого Буратино говорит: «Папа Карло, возьми молоток и отдери от стены этот старый холст». Карло отвечает: «Зачем, сынок, ты хочешь содрать со стены такую прекрасную вещь?» Но эта прекрасная вещь закрывает нам реальный мир, не дает стать осознанными, не дает стать людьми с большой буквы. Самый важный персонаж сказки Алексея Толстого – мы оставили вам на десерт. Это золотой ключ. Это то, без чего человек, даже имеющий знания, начитанный,
не может состояться как человек осознанный, как человек с большой буквы. Это развлечение, чувство меры, мера. Это то, что на основании заложенного в нас генетически, за время взросления, при наличии достаточного опыта созидания, дает человеку развлечение добра и зла. Само чувство меры не дано нам только генетически. Его нельзя просто вычитать из книг. Но это то, что открывает нам заветную дверь в мир осознанности. Современная так называемая школа запихивает нашим детям в головы в ужасном режиме фактологические знания, не давая в самом важном возрасте получить опыт созидательной деятельности, взрастить душу. Таким образом, мы имеем людей, порой очень умных, начитанных, но совершенно не умеющих применять свои знания только на созидание, занимающихся разрушением и порой в самой изощренной форме. Итак, друзья, наш небольшой экскурс в сказку закончен. Для тех, кто захочет более подробно узнать о Буратино, Золотом Ключике и других персонажах, может прочитать статью на сайте Концептуал.рф, одноименную этому видео. Тем же из вас, кто заинтересовался осознанностью, человечным типом строя психики, мы очень рекомендуем книгу «От человекообразия к человечности» на сайте conceptual.ru. И напоследок, нам, команде проекта «Осознание», очень хочется, чтобы каждый из вас нашел свой золотой ключик. И тогда мы все вместе откроем ту заветную дверь в новую цивилизацию и войдем в нее. Всего вам доброго и до новых встреч, друзья! За другом свой путь проходили, и на этом пути было много идей, они людям дороги светили. Среди этих идей неизменно одна, словно солнце горит век от века. Она свыше дана и вещает она. Человек должен стать человеком.